Чья-то обида на первого губернатора только крепчает. Памятник Михаилу Фрунзе продолжают разбирать. Первые плиты пропали около недели назад, и теперь с каждой ночью их становится все меньше. Полиция твердо намеревается поймать ночных вандалов. О проблеме уже в курсе и губернатор, и глава администрации. Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела. Чтобы поймать злоумышленников, с поличным правоохранители обещают поставить к Фрунзе патруль или камеру видеонаблюдения. Напомним, что стоит Михаил Васильевич в сквере у цирка с 1957 года. Следующей весной монумент будут реставрировать, если, конечно, к этому времени его не украдут.